Политическому доминированию нужно поставить надежный заслон. Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Будет вовсе не лишним закрепить данную норму в Конституции. Депутатский корпус Мажлиса будет формироваться по следующей схеме. 70% на пропорциональной основе и 30% на мажоритарной. Кроме того, смешанная модель будет внедрена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения. Мною принято решение о сокращении президентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов. Причем 5 из них будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана. Они избраны ею, как это происходит в настоящее время. Мы упраздним квоту Ассамблеи народа Казахстана в Мажлисе, что, на мой взгляд, правильно с политической и юридической точек зрения. Эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских мест в Мажлисе уменьшится. Как говорится, лучше меньше, да лучше.